Сегодня в Вильнюс приперся Филипп Киркоров. Голосистая, горластая обезьяна с прической бабуна. Сегодня на его концерт в Промагу-арена приперлась большая куча говняков. Отрадно, что за 50 лет советской слечительной власти в Литве родилось целое поколение гандонов. Дорогие друзья, из своей вонючей могилы шлю пламенный привет всем литовцам, которые за 50 лет стали киркоровцами. Дорогие киркоровцы, скоро в вашу республику приедет другой горластая гадина Газманов. Да. Приглашаю вас всех. Морозов, Урлаганов, Гелажников с вашими варшавками и жирными супругами послушать говна. А я из своего загробья над вами посмеюсь. Ага-ха-ха.